да гладь. Не бруши, как старуха, люди справятся. А вы что скажете, господин боцман? Думаете, это правильно? Думаю, что капитан знает, что делает. Несколько лет назад, до того, как ты вошел в команду, Флинт уже охотился за торговым судном. За Марией Лейн владельцы были сепарды. Золото, жемчуг, драгоценные камни. Добычи будет, хоть отбавляй, говорил Флинт. У Флинта к этому дар. Да, он всегда знает, что сказать, чтоб заставить нас работать больше и быстрее, чтоб мы выложились до конца. Много месяцев мы искали эту посудину. Без ремонта и клевания. И наконец нашли. Мы потеряли хороших людей, но никаких смертных богатств не нашли. Осматривая добычу, я нашел каюту, когда я услышал, как мужчина и женщина молили о пощаде. Пощадите нас, забирайте все наше богатство. Я тогда даже думал, что наша доля будет намного больше. Но тут послышались крики. А когда убийца вошел, то я его рассмотрел. Это был капитан Флинт. Я рассказал это боцману Гейтсу. Ну а тот и бровью не повел.